Зашел в секонд-хенд якобы за шубой для жены и ограбил продавца. По горячим следам петропавловские полицейские раскрыли разбойное нападение на магазин. Любителю женской одежды и драгоценностей грозит до 10 лет тюрьмы. Все подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Около 12 часов дня в магазин «Микс» по улице Абая зашел мужчина. Он попросил продавца примерить на себя шубу. Объяснил, хочет купить ее для жены. Когда она выполнила эту просьбу, мужчина ударил девушку тяжелым предметом по голове. Прихватив ее золотые украшения и телефон, а также шубу и деньги из кассы, грабитель скрылся. О случившемся пострадавшая сразу же сообщила в полицию. 15 октября 2016 года на пульт 102 поступил вызов от гражданки Кузнецовой, которая является продавцом магазина «Микс». Приехав на место, следственно-оперативная группа обнаружила, что было разбойное нападение, то есть уголовное правонарушение, совершенное, предусмотренное статьей 192, частью 2, пунктом 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Общая сумма ущерба порядка 350 тысяч тенге. Кстати, шуба, на которую позарился мужчина, стоила около 10 тысяч. В тот же день по горячим следам полицейские задержали 35-летнего жителя Петропавловска. В его биографии это не первая встреча с блюстителями правопорядка. Он неоднократно судим, также привлекался к административной ответственности. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания УВД города Петропавловска. Также по уголовному делу проводятся следственные действия необходимые и назначен ряд экспертиз. Факту разбойного нападения ведется следствие. Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы. Денис Севков при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.